Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас сегодня Borderlands 1, ставьте же сразу же лайк, и мы поехали. Так, ищем новое задание, вот, допустим, мусорщик, штурмовая винтовка. Так, я работал над специальной винтовкой, я не хотел, чтобы... Да, это я знаю. Так, чтобы она досталась бандитам, поэтому я... Да я понял, иди. Так, я разобрал ее и спрятал части. Если вы найдете эти части, то я смогу вновь собрать ее для вас. Принесите мне корпус, прицел, ствол и приклад. Так, Enter. Принять задание. Задание принято. Надеюсь, мне на карте его показывают. Вон туда и надо. Так, едем за машиной. Как едем? Бежим. Так, корпус, приклад, прицел, ствол. Так точно, господа. Воу. Эй, здесь можно подобрать себе машину. Можно даже раскрасить ее в любые цвета. Да ты что? Давай, не понял, зачем я это сделал. Ладно, так. Давай мне машинку, пожалуйста. О, там товарищи уже бегут. Непонятно зачем, но они уже хотят со мной сражаться. Так, вот это ж мышка управления. Оно же управление мышкой. Меня очень-очень раздражает. Я думаю, это и так все знают. Так, что нам карта говорит? Карта говорит, что, наверное, едем, короче. Пока едем. Мало ли, что там нам карта говорит. Да, с такой машинкой нам ничего не страшно. Ого. Тут я так быстро проехал. Там мне типа вот сюда надо. Интересно, наверху или внизу? Хм. Как понять? Ладно, давай. Вылезай. Пройдемся пешком. Ух ты ж какой! На тебе. Дорогуша. Коснул меня так быстро. Только что у меня тут патронов так мало. На такой моей штучке. Так, приклад штурмовой винтовки. Отлично. Далеко идти не пришлось. Хотел сказать, что оно все тут где-то рядышком. На тебе. Так. Можно вниз, можно вверх. Но я так понимаю, что надо вниз тоже сходить. До свидания. Потому что у нас тут есть ствол штурмовой винтовки. Так, забираем все, что влазит. Если влазит. Денюшка тоже. Хоть она мне особо не нужна, но... Пускай будет. Так, тут можно туда пойти, а можно туда пойти, да? Как это обычно бывает, раздвоение. Ой, откуда ты стреляешь? Не тебе. Да умри же ты. Какая победа, я тебя умоляю. Кто-то стреляет там по мне. Я сделаю вид, что я их не замечаю. Временно. Ой, минус голова. Нате вам туда. Ого, это так просто не хочет сдаваться. Голова не голова. Ой. Что-то мне совсем плохо. Большой дядя. Вместе с головой и руку оторвало, что ли? Ой. Ой-ой-ой-ой, откуда вы?
Хорошая пушечка, мне нравится. Это что такое? Прапорский пулемет. Ну, возьмем, конечно. Что, некуда? Как так получилось, что уже некуда? Так, ладно. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Так. Поддельный винтарь. Урон 21. Урон маленький. Какой уровень пушки? 13. У меня что по пушкам? Ну и сколько у меня дробашей разных? 15, 13, 13. Зачем они мне? Так, выбросить. Выбросить. Вот этот у меня дробаш 15 уровня. Этот у нас синий, а этот какой белый. Вот этот мы выбросим. На его место поставим вот этот. И возьмем эту. Что значит, я полный? Я же все выбросил. Как так я полный? Что происходит? Требуется уровень. Непробиваемый кто? Восстановительный. Этот юнт второй уровень требуется. У меня он сколько? Да вот это. У меня 10 уровень. Зачем оно мне надо? Выбросить. Выбросить. 10. Выбросить. 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 Улучшение рюкзака. Улучшение рюкзака. Так, куда его ставить? Ага. Ага, вот так это делается, да? Возьми пушечку, называется. Возьми, дорогуша, пушечку. Можно даже ее сейчас где-то и поставить. Да, вот это она. Типа вот так, да? Трун-дун-дун-дун. Хорош. Так, что это у нас? Это у нас еще одна деталь. Так, там я еще до конца не дошел. Спускайся, господин. Так, тут у нас что? Тут у нас прицел. Тут у нас задание выполнено, между прочим. На секундочку. Ё-моё, говорит, да? 19 уровень нужен. Ну, пускай будет в рюкзаке, чего бы и нет. Хорошо. Так, что нам еще надо? Я как бы задание выполнил, куда я иду? Мне, собственно говоря, уже никуда и не надо. Ты чё горишь, дружок? Все, возвращаемся. Ты откуда взялся тут? Нечисть. Тундун перезарядил и дальше. Чего не бежишь? Бежи. Беги. Так, машина стоит, значит, мы сейчас быстренько вернемся. Может, даже два задания сделаем. Оп. Извините, мы вас раздавили. Самую малость. Же задний вид. Заднее зеркало. Так, главное поворот не пропустить, а то это я умею. Не типа вот сюда, да? Оп, погнали. Дружочек.
Так, что дальше? Так, она прекрасна, не так ли? Я очень рад, что она не досталась бандитам. Ну же, возьмите ее. Такая замечательная новенькая винтовка. Прям таки греет руки, правда? Требуется уровень 7. Ну, окей. Так, следующее задание. Убей Мо и Марли. Ходят слухи про Мо и Марли, двух самых жестоких скарах, что когда-либо ходили по Пандоре. Я хочу увидеть их черепа на моей стене, но я слишком занят, чтобы ловить их самому. Вместо этого я заплачу любому, кто найдет их и убьет. Вообще не вопрос. Найти и убить. Вообще не вопрос. Так, он вот эту мне пушку дал, да? Урон 27, а у этой урон 49. Короче, пушка 27, 57. Что в ней хорошего такого, даже не знаю. Это и все. Ну так, чисто побегать. Не тебе. Так, где эти чуваки водятся? А, мне хотите, чтобы я туда прям заехал в этот? В какую-то подземку? Давай попробуем. Сюда? Да. Вылезай. К сожалению, тебя туда так просто не берут. Так, не до тебя сейчас. Ну, войди, пожалуйста. Айрид Хиллз. Так, чего у нас тут? Смотрим по карте. Вот там вы водитесь, да? Короче, надо куда-то бежать. Ой, пушечка слабенькая. Ой, слабенькая пушечка. Не тебе. У вас тут много, друзья. Если не сказать больше, слишком много. Так, боеприпасы всякие нам нужны по любасу. Ой! Где ты? Все, попал. Это что за ядро? Не знаю. Так, стандартный стойкий щит. Но он слабенький. Мне нужен не стандартный. Мне нужен мощный. Так, потом типа можно наверх попрыгать. Я так понимаю. Мне же силёнок хватит. Ой. Попрыгушка, и что? Прыгал, прыгал и не допрыгал. А, можно вот так пройти. Без прыгания. Зачем-то. О. Падай, дружок. Не надо. Ого. Как быстро стреляет. Иди отсюда. Знаете, прям в гол, в бошеньку. Ой, что-то взрывается прям. Где мои снайперские? Че, убил? Буквально ликвидировал. Нога чья-то оторванная. Так, патронки давайте мне, если есть. Там не надо. Далеко я? Ого, тут еще топать и топать. Может, как-то пробежать можно? Нехотя.
Так, это у нас вот сюда. Давай, беги, беги, дружок. В ускоренном темпе проходим. Так, вон там где-то он. Давай, давай, давай. Не останавливайся. Воу-воу-воу-воу-воу, ты чё? Птички офигевшие. Падай, дружок. Так, броня падает. Так, а что мне надо? А что случилось? У меня клавиатура перестала работать. Не. Вернулась. Да уж. Так, где ты тут? Чучело. Мне рисуют, что ты прям тут. Вот это твой череп. Ну так, ребята, подождите, я не понял. Кого мне тут надо забрать? Где череп? Алло. Ну что, на горе типа? Нет, вот тут рисуют. Ну и как мне его, и где, и что, и кого, и куда? Мы так не играем. Зачем нам эти... Так, реляции. Это моя цель. Брик, так. Ну вот она отслеживается. И что, и где, и куда. Чего он тут не водится? Чего он тут никого не кусает? Вон там что-то прикольное. Они мне только одну цель нарисовали, только одну. Немножко странненько получается. Куда полетели птички? О, вот это вот что-то. Что-то горящее. Вот это пистоль, я понимаю. Птичка. Все, птички улетели. Им не понравилось. Так, пистолет похуже. Черепа нету, да? Никакого черепа нету. Что делать? Что делать, если этих чуваков тут нету? Как это вообще работает в этой игре? Я не в курсе. Может, мне как-то снизу какой-то подход к той горе есть? Иди отсюда. Выводок. Так. 6 патронов к снайперской винтовке. Спасибо. Только мне они не нужны. Эти ваши 6 патронов.
Так, я не понимаю, где их искать? Блять, уф, ты ж какой. Самец. Альфа-самец. На тебе. О, вот моб пришел. Этого мне и надо было. Все, у меня патрона нет. На мою крутую пушку. А мы сейчас вот так сделаем. Иди сюда. На тебе. Сюда, я сказал. Ого. Крушить, крушить. Все, убил его. На тебе. Непробиваемый чувак. Моей пушкой. От слова совсем. Что-то он немножко это, не в настроении. Бегает просто и бегает. Ну зачем ты это делаешь? Же ж у меня еще граната есть, лю. Не тебе туда. Ого. Так давай мне перезарядку уже быстрее. Моих сверхспособностей. А ну прекращай меня вот это бросать. Не тебе. Гыш, промазал. Где ты там? Лупи сильнее его, дружок. Угу. Нужны больше боеприпасов. О, господа. Где мои пушки какие-то другие? А ну давай эту возьмем. Не. Ой, хорош. Если попадает, то хорош. Все, готов? Красавчик. Дайте мне теперь голову его. А что ты сразу ее поменял? Я разве такое говорил тебе делать? Кстати, заряды, которые мне нужны были, прямо на полу валяются. Так, денежку забрал. Это мы уже вроде как все. А, все, можно возвращаться. Не надо собирать этот, искать череп. Что-то в воздухе зависло. Какая-то статуэтка. Так, денежку подсобирали. И сейчас будем убегать. Это у меня что за пушка такая? Так, верните мне, пожалуйста, мой пистолет. Спасибо. Все, я пошел. Давай, 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 беги, 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 дружок. Не останавливайся. По идее, тут никто не должен был возродиться. Но это не точно. Эти чуваки возродились. Потому что я их не убивал, мимо пробежал. Оу, душ. Прыжок как он есть. Да, да, давай в трубу.
Пролез в трубу и дальше. Хорош. Два задания успел сделать. Молодчик. Еще надо вернуться к доске. Так, машина моя. Где моя машина? Создайте мне машину. Отправляемся в путь. Синенькую. Ну, создать машину. Покатили. Покатили, дружок. Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. На панели наград доступны новые задания. Это прекрасно. Так, нужно вылезать. Путник. Вы в курсе, что у шефа Сандерса есть для вас задание? Да, мы в курсе. Вы уже нам говорили об этом. Так, легенда. Так, слухи были правдой. Потрясающе принимаю эту плату. Вы соглашаетесь, что вся слава за их убийство достается мне. Все девушки теперь будут моими. Обязательно. Все. Ладно, ребята, на этом серию закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.